С вами Некромас. И, как видите, я свой мир перевел в режим этого самого мультиплеера. То есть сейчас, если будут желающие, они смогут ко мне через Steam подсоединиться. Так, что мы тут... Что тут у нас есть? Ну, а мы продолжим, так сказать, играть. Не знаю, что-то это у меня тут горит. Может, так надо. И, в общем, так, мы сейчас посмотрим, чего у нас это самое. Где эти? Вот, видите, у меня уже три эти пластинки есть, да? Их можно, за них можно это самое вот там вот. Сейчас покажу. В небе должен быть такой, как бы это самое, где он там? Такой типа островок. И на нем как бы бог есть, да? С ней можно поговорить. И вот за эти дощечки можно там себе жизни увеличить и так далее. Ну, что ты не цепляешься, а? Так, тут можно рыбку половить. Еще вон серебра накопать, да? Травушки пособирать. Сейчас мы с вами пойдем кое-что выясним. Ай, мама. Где же... О, медведя. Уйди, уйди, медведь. Где ты? Два медведя. Так, сейчас мы кое-что с вами сделаем. О, коробочка очередная. Ну, мне эта палка, конечно, не нужна, мы ее продадим. Но я какое-то достижение получил, типа, во, видите, 14 тысяч у меня денег, типа, продал за это самое, за 10 тысяч всего получил за это достижение начинающий этот торговец. Так, какая там у меня кирка сейчас? Серебряная. А мне надо. Мне как-то надо стальную сделать. Сейчас пойдем выяснять, как. Ой, хе-хе. О, еще травки пособираем. Если у нас получится, мы сегодня попробуем с вами сделать одну такую прикольную вещь. И, конечно же, отправимся в другой мир. Я хочу сделать, вот сейчас покажу, что. Вот видите, тут можно делать всякие вот эти
надо только находить вот для птичек. О, видите? Нужно красные травки. Для маны синие. Я таких пока что не видел. Для этих вообще кровь какая-то нужна. Тоже непонятно, как ее добывать. И вот какие-то желтые травки. Это стамину восстанавливает. То есть, когда вот вы лезете куда-то, у вас не хватает там, да? Вы можете сделать вот эти такие бутылочки, выпить и лезть, да? Так, что тут у нас творится? Это мы уже имеем. Жаль, что больше нету никаких этих. Так, это титановый. Давайте-ка другой лук сделаем себе. Что для этого нужно? Попробуем сделать все-таки стальную кирку и стальной топор. А, нам не хватает стальных этих слитков, да? А это что? Сильвер. Ой. О, это можно сделать. Мы сможем титан добывать. По-моему. Так. Ну, чтобы вам не скучать, я сейчас пойду набью. А хотя-то... Давайте отправимся в другой мир какой-нибудь. Попробуем, да? Вот сюда заходим и выбираем, куда хотим. Я хочу сюда. Будут враги 8 уровня и 1 уровня этот самый, как его, остров. А тут уже, о, видите, остров 2 уровня. И вот видите, сколько чего надо. Тут все еще эти первые. Ну давайте попробуем сюда прыгнуть. Какой прикольный оба. Вон там это башня. Так, мне надо только эту поменять. Кирку, да? Скилл. Сейчас поменяемся. Так. Типа того. Видите, чем лучше, типа это, тем быстрее убивает, да?
Так, у меня, как всегда, нет места. Чё тебе не хватает? Это чё, материал, что ли? Чё мы можем выбросить? Давайте это выбросим. Уж чего-чего, а соломы-то точно хватит. И тут говорят, есть какие-то типа камни, которые как бы никогда не кончаются. А это что такое? А, понял. Чего? Места нет. О, я золото нашел. Но у меня, походу, не будет места для этого. Угу. Да. Лизардмен. Ну там что? Один. Так, а для золота, по-моему, надо нам... О, я нашел эти травки, которые хотел. Пошли, соберем.
Это маг. Ну, у меня места нет. Сейчас постоянно нет места у меня. А что там, смотрите, посреди реки? Что-то пойдем там посмотрим. Там какое-то это самое. Проверку связи устроим. Там куча ящиков, или мне кажется. Прикольно. Суп. Так, а где сейчас наши эти самые ворота? Ой. И что? Сейчас я ворота не найду. Ой. Пошли. Ну там. А, там моя метка светится. Пошли еще травок наберем, этих желтых. Потом наберем титана. И будем искать, где наш этот. Как его? А это нет, это не то. Медвежатина бежит. Так, у меня нет места, да? Что мы можем выбросить? Давайте уголь выбросим. Да, чтобы вспомнить, где мои ворота.
Ух ты! Смотрите, там какие-то руины. Видите там? А, вон. Посмотрите, там какая-то крепость или что. Давайте посмотрим. Вон там. Прикольно. Сейчас пойдем посмотрим. Вон, видите? Там вон что-то светится. Никого нету, что ли? Тут людоеды живут, смотрите. Ясно. Блин. А, и у меня шпалку можно выбросить. Простую палку. Ладно, пока что это все оставим, потому что у меня просто не будет тупо места. Посмотрим, что там. Что тут такое? Какие-то синие цветы. А, это эти вот для маны, которые. Они просто только что так светятся, типа. Прикольно. О, еще титана наберем, да? И отправимся в наш начальный мир. Там все сделаем. Потом пойдем в один данжик. Пройдем его. Типа пишет, что возможно, что в будущем, возможно, будут уровни появятся. Ну, типа игроков, да? Давайте посмотрим, что мы тут можем продать. Так. Это можем продать. Это можем продать, по-моему. А это можем продать точно. Потом надо свое это самое посмотреть. Я сейчас вот с этим бегаю. Мамлуком. Так, пошли. Сейчас это самое. Сделаем себе этих. Вот, видите, можем. Сделаем макс. Крафт. Потом это самое.
тоже Макс. Вот здесь непонятно, что и как тут делать. Супер ультра мега Legend Sword. Как его делать? Так, я хочу вот это учить. Пока что, потом будем вот это. Ну вот. Сейчас мы сможем с вами и с двуручными мечами ходить. Так. Вау. Как вам такое? Как эти аптечки использовать, непонятно. Ай, хотя, наверное, знаю. Уже титановые эти инструменты, да? Посмотрим тут. Титановый меч. И титановый лук. У нас опять места нет, как всегда. Так, что мы тут можем продать? Ну, это я, наверное, продам, она не особо-то нужна мне. Так, а это тоже, наверное, можно уже продать.
Так. Сейчас, значит, соберем это. А этот сколько? Ну, это даже невыгодно мне брать. Это двойной. Потому что у этого 150, у того 160, но он такой медленный. Значит, эти, ну эти пусть, вот эти, по-моему, уже все можно продавать. Музыка, так. Ну вот этот можно ставить. А этот точно продать? Ну вот пока что так. Да? Так, значит, нам срочно надо покушать с вами. Так. Сидим, а это? И сидим, а это? И отправимся, сейчас отправимся в это, в другое подземелье. И только надо нам эти... Вот, сюда поставить. Так, это... Это тоже мне как-то не понравилось. Все, улетел. Ой, бомба. Медвежонок, ты где? Это мне точно не надо. Так.
Что тут еще из еды можно выбросить? А это можно выбросить. Это, походу, не то. Погодите, я кое-что увидел. Вот, смотрите. Тут вообще-то есть такой фокус, видите? Видели? Мы забрали оружие. Тот данж, который я хотел. Сейчас посмотрим. Ой. Так, сюда можно положить что-то из еды, да? Место освободить. А, тут вообще пусто. Ну вот сейчас сюда и сложим, да? Всякое такое. Вот это что за тупизм, можно узнать? Почему их нельзя сразу двух взять? А, это, погодите, это как две порции. Типа кушать. Понял. Ну, не знаю, в общем, почему. Не разбирается. Не. Так, тут что творится у нас? Что мы тут еще можем продать с вами? Так, баунсинг. Давайте-ка продадим этот баунсинг. Это вообще... Вот этот можно ставить. А это тоже продадим. Погодите, а где мой синий? Чего он тут не отображается? Прикольно, его как бы нет там. Так, пошли искать другой. О, блин, сколько у меня денег уже? 26 штук.
Пошли искать другой данжик. Да какого хрена ты не прыгаешь? Что, два с боссами данжа? Не понял. Получается, что да. Получили что-то неинтересное. И ладно, этот мы точно проходили, значит, пошли в другой. Да чтоб тебя. Испытал это самое. Стрелы. Так, чего я там хотел изучить? Сейчас подождем стрел и пойдем учить босса. Ай, погодите, мы можем титановый сделать лук? Или мы его сделали, но
Это самое. Меня одели. Вот. Давайте это продадим. И это. И это. Нам это как бы все равно уже не нужно. Ладно, пусть делается, пошли. Еще один данжик. Нам надо кушать опять. Вот, видите, выпил, и у меня сразу восстановилась эта стамина. И она еще какое-то время не уменьшается. Видите, там моргает синий. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот нужная вещь в таком ящике, да? Там
Меня вот это очень интересует, вот. Может, тут чего есть? Давайте попробуем киркой. Нет, не разбивается, к сожалению. Так, я что тут был? Так я тот не прошел, значит. А не, я тут точно не был. Чё-то я таких не помню. Куда-то исчезла. Ух ты, вот это да. Что это было?
Да, чтоб тебя. Извиняюсь, конечно. Вот и все. Ну вот, мы получили четвертую эту. Так, ну такой всякий хлам нам точно не нужен. И, блин. Ах ж ты. Сейчас попробуем еще раз зайти. А, не, нам опять надо будет весь данж проходить. Ладно, так и быть. Ну вот, как видите, это самое. Как видели, прошли мы второй данжик, да? Немножко побывали в другом мире.
сделали кое-что новое, да? Ну, на этом, наверное, эту серию именно закончим. Попробуем, возможно, с моими друзьями поиграть. Если будут желающие, можете со мной связаться на стримах Яматы. И мы вместе с вами сможем, когда я записываю, там договориться. Или добавляйте меня в друзья через Steam. Можем договориться. Если будет желание побегать вместе, поиграть. Вот у нас еще одна коробочка появилась. Только какого хрена он меч выбросил? Я не понял. Че тебе вечно места нет? Че тебе дурно или как? А, понял. Так, уникальный однорукий, но он сколько снимает всего, ой-ой-ой, не знаю, давайте я его продам, а этот, а это кукри, ладно, обойдемся без кукри. 155 атаки. А у нас сколько атаки? 140, 150. А этот можно еще продать. Так. А мой тот меч не пропал? Ой, пропал. Пропадет еще. Ну вот, сейчас мы... Крафтим, да? Возьмем наши стрелы еще. Так, что мы тут еще можем скрафтить? А почему? А, не хватает бревен тебе? 10 бревен? Как это не хватает бревен? У меня же бревен навалом было. Уже нет бревен. Кам. Ух ты, нет бревен. Ничего себе. Ну пошли, наберем тебе бревен тогда. Сделаем себе новый щит. Так, нам нужен топор, да? Титановый. Как это нет места? Ты обалдел, что ли? Ну вот тебе место.
странно. Он это дерево собирает, да? Вот эти подлагивания, когда сейф... Ой, а это что такое? Так, сюда, да? Делаем щит себе. Погодите, какие стрелы сильнее? Атака 10. Magic Attack 10, да? А эти сильные стрелы? Оу, ай-яй-яй. Мы не те стрелы делали. Так, а из чего эти делаются? Тогда. Пошли смотреть, чего нам надо, чтобы новую эру создать. Я уже хотел как бы попрощаться, но не судьба. Так, чего мне надо? 20 таких слитков, 10 таких, 30 таких, 10 таких, да? Вот это что? А, это у меня есть, похоже. А, это денежка. Да? Блин, забыл, чего мне надо. Так, мне надо 16 слитков стил, 10 шестеренок, 30 калимеров, 10 филе. Сейчас мы тебе сделаем, не проблема. Так, нам нужны вот эти слитки. Максимум. Эти. Еще они делаются. А, из этих. А, вот это что такое. Это у нас порох. В общем, всякое непонятное. Так, а для чего? Чё для этого надо? Два этих? А для этих чё надо? О, так мы, блядь, я быстро сделаем. Погодите. Ha ha ha!
На тебе уголь. Сейчас. Так, где тут у нас что? Тут одно место есть, да? Давайте это сюда положим пока. Тут заполнено. Тут заполнено. Ну, конечно, инвентарь немножко бесит. Чё ты не ешь? Не понял. Ай, вон оно как. Пошли сыру сделаем. Вот можно такое делать. И пойдем рыбку наловим. Да? Нам же нужно филе. Красная. Так, пятерочка. Ну вот видели, мой скилл работает. Я по две рыбки ловлю. Че, опять у тебя место? Да, ты задолбал уже. Я извиняюсь, конечно. Сейчас пойдем. А, тут ничего не делается. Что для этого нужно? Стил вот. Так, тут места нет, тут места нет, а тут полно места, давайте еду выгружать, так, вот эта система деления какая-то тупая, я не понимаю. Зачем на 10 мест его это самое распределять? Так, погодите, давайте-ка сейчас мы никуда не пойдем, можем вот это все выложить пока что, да? Такие всякие можем по одному, которые выбросить. Они нам не нужны.
Так, что я там хотел сделать? Два таких. Один такой. Нам вот таких нужно, да? Ну эти потом... Почему я не могу эти сделать? Ай, деревьев не хватает. Ща будут те деревья. Ай, надо еще этот поставить. Большой котел. Ну-ка. Посмотрите, а это что такое? Ни хрена себе. Не понял, куда он исчез? Меня что, на Е? А, меня на Е. Провалился куда-то. Что я не ехал? Куда моя кастрюля делась? Ну, гады. Так, погодите, что там? Такое вообще-то писать надо. Что-то я не понял. Детали. Какое-то дебильство. Разозлился. Так, что для этого надо? Ну ладно, потом выясним. Может, ему подставка нужна какая-то, еще что. Что-то я не врубился. Жаль. Так, что я там хотел? Я хотел сделать коробки. Мне не нужно дерево. Пошли нарубаем дерево. И хотя бы одну коробку сделаем. Как нет места? Ты уже надоел мне. Столько всего использовал, у тебя все равно нет места. Ну пошли, что-то выложим. А раз у тебя места нет. Ну вот тебе. Это все выбросим. Ай, хотя зачем выбрасывать? Пошли продадим. Че я тут мучу? Ну, вот эта система меня, лично меня очень бесит. Вот эта дележка такая тупая. Какая-то. Что тут у нас еще можно?
Пропали деревья эти. Что я нарубал? Вообще весело. Ну пошли опять рубать дерево. Ой, я же забыл. Я же говорю, что я вам построю это. И мы полезем к Богу, да? Ну все, пошли делать. Так, этих хватает, этих не хватает, этих не хватает, этих не... Это какой белт-конвейер? В общем, коробку мы не можем сделать, походу, потому что у нас не хватит этих вот, да? Так, это что у нас? Титан. А тут... Ой. Меч не поменяли... Ой, щит не поменяли, да? Да, давайте покушаем. А, это... Ой, блин. Что я делаю? Это вообще говно. Выбрасывайтесь. Видели, сколько минуса дает? Ну, пошли посмотрим, что мы кушать можем делать. Здесь так рыбы можем делать. Больше ничего. Кактусы тут еще есть, ничего себе. Ладно, я не знаю, ребята, как тут надо строить, в общем. Мы сейчас будем учиться. Хотя у меня вряд ли, наверное, получится. Потому что я это самое. Опять у тебя места нет. Столько всего выбросил, у него опять места нет. Ты вообще охренел. Подождем. Тут может что-то появится. Вон секунда пройдет. Ой, минута. Где вообще этот наш бог? Как узнать, где он есть?
Какая карта? Вот тут что-то. Я тут столько не был, типа. Походу. Вон. Надо будет выяснить. Так, тут что? Тут вот данжи, я понимаю, да? Тут непонятно что. Я тут. А, это вот это и есть этот. Этот остров. Ну, не остров, а это. Нет. Так, мы продали там что-то. Пошли дальше продавать. Ненужные. Так, что тут у нас еще есть? Кости, по-моему, нужны. А, и вот почему. Так. Сильвергот. Мне нужно этих. И немножко, так, это самое, где тут эти делать? Такие, да? Ну ладно, пусть крафтится. Хотя, если честно, я не знаю, зачем они мне. Ладно, все, жаль. Искать, а этот наш божий, так сказать, а, нам метка показывает, где. В общем, игра очень новая, надо привыкнуть к ней, все. Как бы испытывается по-новому. Ну, а приключения наши продолжаются, да? Привет, Мишка, коротышка. Да чтоб тебя. Бог. Это типа специально так. Смотрите. Как будто залезть и туда лезть, да? Так. Так. Сейчас чего?
Это специально для некромаса. То он может свалиться нечаянно. Ура, мы забрались. Ну привет, бог. Бог. Так, нолик берем. Смотрим, что он нам скажет. Ты на каком это языке разговариваешь? Так, вот мы можем, видите, за вот эти, значит, такие плиты специально, которые получаем в данже, можем улучшить либо жизни, либо магию, либо стамину. Я возьму жизнь. Вот один раз сделал, да? И у меня стало 245 жизней. Вот, видите, какой он красивый? И сейчас можно будет к нему постоянно приходить. Собирать вот эти в других мирах эти... Как их? Вот эти самые... Ну, эти плиточки, как их называть, я не знаю. Ух ты, я сейчас как улечу куда-то. Давайте полетаем немножко. Так, возьмем еще титана. Чего ты сказал? Что там наверху? А, это озеро наше. Ну, рыбку пока я не хочу ловить. Я еще титана наберу. И мы закончим эту нашу серию на сегодня. Вот у нас сделались слугитки. Сделалось то, что мне совсем не надо. Уже. Так, делаем это. Что-то я не понял. Извиняюсь. Сейчас посмотрим, может нам хватит этих ресурсов, чтобы это еще сделать. Сейчас. Так, этих хватает. Нам нужно 10 шестеренок, 34. Филетом наберем. Пошли смотреть, из чего шестеренки делать. Ну, это я потом за кадром сделаю.
А потом вам покажу, как поднимать опять эру на новый уровень. Что ж, думаю, на эту серию... На этом мы все-таки уже закончим нашу серию. Вам было, надеюсь, интересно. Так, а эти еще делаются. Так, один. Тоже из железа делается. Ну, в общем, нам дофига железа надо набрать. Да? Так. Что ж, как говорил, вам удачки, здоровечка. Приятного времени в играх, на просмотрах. Спасибо за ваши подписочки. А теперь пока-пока. До новых встреч. С вами был Некромас, и мы играли Крафтопию.